Всем привет, с вами Роптани Кинка, и сегодня поиграем в игру под названием FNAF TD, Five Nights at Tower Defense. И сегодня будем делать эволюцию на Enda 02, потому что это самый сильный сейчас стартер в игре, потому что торниш сейчас нубярский. Вот у меня Enda 02, все вещи есть, можно в принципе скота сделать, хотя у меня вроде, а чё так мало? Три черепочка. Мне, кстати, возможно, надо немножко пофармить, я даже скота смогу использовать, окей. А где у нас Enda 02? Вот он, Enda 02. Да, я знаю, что я потеряю. Давай, посмотрим, сколько их существует. Мне даже интересно. Их у нас существует... Где он? Вот он. 123! Так мало, ё-моё. Ну, давай, значит. Я, наверное, уберу Чику, потому что она старенькая, она слабая, меня она бесит уже. Чика, Валькирия, она фигня. Эволюция только самая нормальная. Да, эволюция уже давно тоже неинтересна. Офигеть, он выглядит, конечно, стрёмненько. 123. Урон у него, смотри, какой. 40, 120. Ну, смотри, раньше было 60, 120, но максимальный урон все равно 120, поэтому это самый сильный стартер в игре. Я хочу его проверить на... Наверное... Не знаю, где надо проверить, где нормально в первых ночах там как раз мало дают. Можно пойти в Nightmare первую ночь 5 главы. Вот, там мало дают. И посмотрим, сколько он денег фармит. Ну, 40 умножить на 5. 200 в секунду на первом уровне. Можно его бы и вкачать, а он будет уже наносить не 400, а 600. Ой, не 400, а сколько там? Вроде 600. Так. Первое. Фантом Фокси. Ну там а вот страшно, да? Вот тут, наверное, не страшно. Попробуем, давай вот тут. Попробуем, не получится, попробуем в Impossible. Потому что я не знаю, потому что на Nightmare там нельзя выбрать другие модификаторы. Там нельзя без модификаторов играть, там только с модификаторами, это плохо. Так. Вот так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну да, моделька просто поменялась, а так он никаких особенностей не имеет. Все так же 4 можно поставить. Но тут выиграть невозможно, потому что смотри, как идут. Это невозможно. Надо пойти без модификатора, просто impossible. Уж теперь impossible у нас всегда будет, потому что я не знаю, как Хелмут пройти. Кто не смотрел прошлое видео, посмотрите, там у нас Хелмут был, и даже с моей жесткой тимой я не смог пройти. На этом Орион, кстати, очень тащит на их Хелмуте, прям вообще жестко. Особенно на последней, вот в шестой ночи. Давай, значит, попробуем третий на Impossible, потому что Impossible это теперь у нас новый Nightmare. Nightmare без модификаторов нельзя сыграть, поэтому Impossible теперь максимум. Попробуем. Тут же нет модификаторов, надеюсь. Ты что, рофлишь? Блин, а что делать? Такое можно выбрать хотя бы, спасибо. Так, они сразу туда идут, поэтому я не знаю, как их дефать. Давайте работать. Они сразу туда идут, да? Я не знаю, как их дефать. Как их дефать? Ну скажи, как мне их дефать. Они сразу мне ломают пол вышки. Так, мне надо, наверное, как-то Найтмариона накопить, и я сразу хорошо буду жить. Вот почему Фокси идут туда, а эти Фредди идут туда? Это нечестно. Я не знаю, как играть. Очень сложно как-то. Почему так сложно? Когда-нибудь они пофиксят это все, потому что я играю в первый день обновы. Я не знаю, они фикси собираются что-то или нет. Они КД-бустер пофиксили, остальное нет. Ну, модельки еще боссов пофиксили, наконец. Ладно, давай еще раз. Придется четвертый играть, а нет, давай вот пятый. В Nightmare. Не знаю. Сколько там дают денег? Сколько там дают денег? Я хочу протестить этого. А я знаю, где точно можно проверить этого Энда. Но на этом мере в третьей ночи там одна карта есть. Хелмод у меня тут 4000. Так, тактика. Какая тактика? Вот такая тактика. Такая тактика у меня, давай. Давай деньги. Деньги давай. Не, пока что нормально. Потому что только два юнита вышло. Ой, монстр вышел. Баланс хотя бы есть. Не то, что в остальных ночах. Жестко. Жестко. Но урон, кстати, нормальный. Это хороший стартер. Да, главное, что мне сейчас снесут бошку, да. И надо было копить на Найтмариона или все такое, да. Или успею. А он даже не поможет. Что? 20 хп? Это баг? Это не баг. Ну, значит, мы... Вот как вот? Я не могу. Бесит.
Все, деньги пошли. Пошли деньги, надо проверить, наверное, не знаю, третий в шестой нам Nightmare Hell мод. Окей. Возможно, это первый Hell мод, который я пройду за все время, потому что я ни один даже не протестил. Можно пройти в первую шестую. Первую шестую вроде Nightmare прошел Hell мод. Там ничего сложного нет, очевидно, это первая ночь. Так, давай бустик, плюш трапчику давай. Плюш трапчику дал, молодец. Марионетки работают. У меня вообще вся команда почти из марионеток. Ну, потому что они сильные. Все, деньги есть, пошли. Ну, 4 их можно поставить. Урон, смотри. Под бустом 279. Ну, Найтмарион, конечно, больше делает. Смотри, какой урон. Ужас. Найтмарион, конечно, имбище. Это дешевенькая весь версия Голиафа. Да, дешевенькая. Урон просто... Ну, кстати, он, возможно, даже не дешевенький, он нормальный урон делает. У Голиафа я даже не знаю сколько. У него без бустов какой урон, я даже не знаю. Но все равно он, наверное, дешевенькая версия Голиаф. Ну, не может быть он сильнее Голиаф, не может. А если может, то он... Ну, это странно. Зачем они так просирают возможности? Зачем они убирают мету Голиаф? Что это? Почему я туда... Что это? Сюда нельзя ставить, смотри, они летают. Странно, ладно. Пофиг. И все. Это изи, ладно, это изи. Это даже... Это не челлендж. Это пока что никакой не челлендж. Это Марионы тащит. Выглядит он, конечно, прикольно. Да, вот смотри, у него такая штучка. Вот такая. Такие штучки были, кстати, в фейковых сливах команды Энда. Возможно... Возможно, реально будет эволюция команды Энда, потому что такая штучка была у эволюции Энда в фейковом сливе, может, не фейковый. Кстати, ребята, тут эта проблемка. Как-то вы плохо работаете, не? Не? Или нормально? Почему он так поднимается медленно? Не-не-не, не сложно, фу. Надо проверить. Шестую ночь в третьей, потому что там вообще жопа идет, прям жопа жопная. Вот я даже не знаю, как с нынешними стартерами можно пройти там начало. Ну, может и может, просто там денег мало дают. Денег там мало дают. И, возможно, Энда 02 решает это все, я не знаю. Пока что самый сильный стартер. 123 в мире. Даже Скоттов больше, потому что Скотт, типа, очевидно, будет сильнее, а вот Энда 02, ну, типа, зачем, если там нишит? Хелл мод. Какой-то шанс 0.4, окей. Смотри, тут дают так мало. Плюс, что можно их поставить прям вот, вот тут все четыре, чтобы были. Вот так вот. Причем, заметь, он же дешевле на 100, на 100 дешевле, чем обычный ND02. Ну смотри, как тут играть. Посмотри, ну просто урон какой. Вообще никакущий. Невозможно. Не, невозможно. Черт. Окей. Не могу. Невозможно пройти. Может, надо в одно место заспавить? Попробуем. Не смогли, короче. Никакие ночи невозможны. Давай попробуем просто на изи. Только Энда сыграть на пятый. Я не знаю. Может, он реально говно. Не-не-не. Он сам все равно лучше. Он просто лучше, но непонятно, как... Блин, конечно, он будет лучше, когда тут 4000, а не 50 тысяч урона. Ну, вот. Все, вот их буйстики, даже качать их не буду, возможно, нормально. Пока что нормально, вот урон 5000, все такое, давайте работаем. Сейчас качать буду вас. Ну и посмотрим, пройдут они или что-то, или нет. Ну, пусть ходят, давайте. Танцуй, да. Мониторы тут сломаны. Празднуй. Вау. Кстати, у меня вот есть информация, наверное, это фейк или нет, но я сам придумал еще что, поэтому фейк, наверное. У нас есть два неиспользуемых аниматроников. Остальные в файлах игры есть. Мини-рины и биди-бабы. Еще есть электробабы. Ну, биди-бабы и электробабы, возможно, одно и то же, поэтому... То есть два. Вот. И, возможно, они будут в Эндлесе. Да. А вот другой я не знаю, где будет. В Эндлесе, который за Эндлес. И, возможно,
Спиди Бабы, они будут в Endless подарки новом. Там типа Endless подарок же один написан, то есть они будут меняться ротации. Кроме Голиафа, Голиаф останется. И возможно, Голиаф останется и добавится туда секретная редкость, потому что маленькая обнова будет у нас в следующем обновлении. Вот. И у меня есть предположение, что они могут добавить туда секретную редкость, типа там у нас есть сейчас в файлах игры Банета, она секретка. У нас есть Банета. Эндо 05 будет за подарок. Он Nightmare, потому что уже стоит, очевидно. Кто у нас там вначале будет, непонятно. Возможно, Биди Бабы как раз. Потому что они, возможно, в следующее обновление добавятся клановые подарки. Они сейчас не открываются. Плюс у меня в клановом пассе не работают награды. Вот, кстати, они уже проходят. Не, не проходят. Ну, возможно, на следующей неделе появятся кланы. Клановые подарки. Там будут Биди Бабы или мини-рины на первом уровне. А на втором уровне Endo 05. Ну, то есть Енда. Почему написали Endo 05, если можно было Енда просто написать? Ну, и они уже привыкли, что у них все Endo там прибавляют цифры, поэтому всегда будет Endo, Endo, Endo и так далее. Мини-рины, возможно, будут за Endless. То есть, получается, Электро или Биди Бабы просто будут за клановые подарки. И все. Потом у нас будет Хэллоуин. Хэллоуин и... все. Так, эти сейчас пройдут, они урон нанесут, да? Да, нанесут, и, возможно, сейчас боссы они выиграют. Давайте. Вы можете хоть что-то, пожалуйста. А, ну 90 тысяч, ну конечно, не снесу. Смотри, сколько они нанесли. Вай, как страшно. Давайте работайте. Но они же снесут его, да? Кстати, вот респект разработчиков, что боссы стали прям покруче. Смотри, как они страшненькие. Все такие проработанные, в отличие от прошлых боссов. Вот. Прошел. Изи. Ну как вам, Endo 02? Ну тарнишь-то, потому что даже в Википедии написано, что у него меньше ДПС, а у Endo 02 больше ДПС. Да тут даже и без всяких бонусов и бонусов, без бонусов, он все равно лучше, смотри. 120 умножить на 5, 600. 600 это уже есть. А где? А где у меня тарнишит? Я слепой. А что тарнишит у меня пропал? Вот он. Слепой я. Я слепой. У этого уже, ну, 600. 600 на максимальном. 600. Сколько? А, нет, 720 даже. Или я неправильно считаю? Не, вроде правильно. А, даже на 3 надо умножить. Ну, значит, Endo 02 говно. Все-таки я вас обманул, это кликбейт-видео. Ладно, с вами был Robotin King, ставьте лайки, да заходите в телеграм-канал, там розыгрыш. Там всякие информации, всякие сливы, я захожу в файлы игры. И все, все эксклюзивное только там. Ну, с вами был Robotin King, ставьте лайки, подписывайтесь. Всем удачи и всем пока.